Йогей, сами шмики, и мы продолжаем пройдить игру по названием Iron Fury. Я давно и... Так, а что у меня хотя бы есть из оружия? Нужно не забывать, как здесь играется игра. Так, я вижу разрывы, надеюсь, в самой игре их не будет. Так. Хорошо. У нас с вами броня довольно прочная, поэтому можно не бояться. Готово. Довольно нужно быть осторожным ко всему. И как там? Подождите, options. Controls. Окей. F5, да? Или где там? F6. Надо быть тут совсем осторожным. По звукам что-то я слышал летающее. Глупая машина. Вот откуда он взялся? Dance, fucking chance. Так, что у нас тут еще есть? А, точно, наш низ мусор падает. Забыл. Забыл. Мне бы патроны только для пистолета. Я буду рад. Так, патроны. Вот, почему нет? Так. Это звуки мелких этих идиотов.
А, все, F6 работает. Ладно. Imagine the future, because you're not in it. Тактика. Полка! Самая палка. Палка, палка. Well, this is headed in a familiar direction. Хорошая вещь. Пистолет получше. Так, я желтую, да, карточку получил? А синяя? А синяя. 6. Почти попал. Я не понимаю, с чего он стреляет. Так, у меня же еще тут этот, автоматики есть. Брони. Я немножко сломал, да, кое-что. Ладно, тут сломано. Так, уничтожай. Так, а так ему урон не придет. Он свалил.
хера себе. Там еще один черт оказался. Say my name. Кто-то фейс делся. Never trust a machine. Где мы? С напитками. Nothing there. Nothing there. Так, хорошо. Mr. Roboto. Nothing there. Так, далее. У нас здесь патрон. Бомба. ХП. Что он дробовик потратил пулю. Так, и... Так, там есть дверь. F6. Либо поверх можно пройти как-то. Как вариант. Ой, боже. Сверху по трубам. Не знаю, зачем я вообще фури сейчас снимаю эту игру. Для чего? Для кого? Так, мне как-то по-любому туда нужно пройти. Отсюда спрыгну. Попробуем, смотрим. Так, желтая карта. Так, запомнил. Мне желтая карта нужна. Так, там что есть? Что, я ж могу поднимать или нет вещи? И ага. Вещи я поднимать не могу.
Так, как бы мне так запрыгнуть туда? Туда смысла я не вижу идти. Тут на провода не залезешь. Ну ладно, поехали. Понимаю. Так, все заперто. Воу, тихо. Ладно. Ай-яй-яй, коснул. Так, теперь можно все перезаряжать, то, что у меня разряжено, и забирать патроны. Так, о, броник. Бронежилет. Лопата. Блин. Что не могу не подобрать, это что, раз не сюда? Странно. О, ладно. Окей. Осторожно. Привет, дверь закрыта. Никуда не попасть. Я еще с собой мешок сюда притащил. О, тут есть проход. A bit revealing, don't you think? Так, что тут еще что есть, я понял. Ковчик, а не, берется. Ням-ням-ням. F6. Ням-ням-ням.
А мне сейчас обратно шить, точно. Или нет? Не пашет, тут никуда не залезть. Тут ничего нету. Там есть проход, но я не знаю, как туда попасть. А теперь я знаю, как сюда попасть. Oh, yeah. А теперь можно ли отсюда попасть на ту сторону? Так, урон все равно не получаю, не слишком высоко. Довольно долго. Окей. Не, вот это вот. О, можно. Ну, босс. Город красиво сделал. Ей-бог, город красиво сделал. Так, окей, теперь как бы мне так... Мне хочется туда пойти. Там проход есть. Куда-то! F9. Там есть проход, но я не знаю, как туда попасть. Вот, видите? Так мне надо было. А, он здесь вообще, я понял. Он тут неактивный. Щитки неактивные. Теперь все ясно. Но вопрос остается открытым. Как попасть наверх? Ага, теперь я вижу. Все равно не понимаю. Nothing there. Там есть что-то. А вот куда, как туда попасть, это вопрос. Вот эта стена подозрительная выглядит, не думаете? Да. F9. Я не знаю, как сюда попасть. Ну, сюда как-то попасть можно, поэтому по-любому. Проходы все закрыты. Путей туда, я не знаю. Вот отсюда можно туда попасть. Но как мне попасть сюда? Туда можно как-то. Я не знаю, как туда попасть. И у меня даже нет понятия. Ну, примерно. Я понимаю, что только через эту дверь можно туда попасть. А с другим планом мы можем туда попасть, это через эту дверь. Но она заперта, и не факт, что это та дверь, которая мне нужна, потому что там, как видно отсюда, там пустота. То есть прохода там нету.
Можно просто вот так проверить. F5, да? F7. Вот. Вот так можно проверить. Хотя... Если так смотреть, тогда и здесь нету прохода. Но он здесь есть. На, фигня. Взорвите. Может. Может быть тут есть потом другой какой-то будет проход. На, по мордасу. I don't think that's covered under warranty. Ой, еще один. Еще сверху есть, да? Вау! Блин, вот, вот эти, они меня. Они, главное, не домашние, но они звук страшный издают. Так, а что мы хотя бы нашли? Чего сюда? А, желтая карточка, точно. Забыл. И откуда мы? Oh, you throw quite a party. Отвалите же вы от меня. Херовенький вы. Где у нас там аптечки валялись? Иврит, я помню. Туда. Окей. Так, и никуда. Да. Патроны. F6. Патроны не берутся. Еще хил. Тут ничего, наверх не попасть. Что здесь?
Закройся, закройся, закройся. Сейчас мелкие могут побегать. Что это, пыль или что? Хорошо, там еще летающий хер где-то. Как там, на какую кнопку? F10, F8, а статус миссии, вот. Убито. Секретки не все найдены. Я вот не помню, это хорошая или плохая. Save game. А здесь фаршик. Так, сейчас. Вот эти хере ползущие, это пиздец. Так, токсинка. Деле нужно сохраниться, то что это опасные территории сейчас идут.
This isn't really the type of ventilation I specialize in. Так, F6. Так, наверх мне по-любому не попасть. Nice. Окей, хилимся. Сохраняемся. Окей, что здесь за проход? А, здесь везде сливы, вспомнил. Здесь по-моему такая же херня. Лучше так сделаю, боже, и просто через дверь пройду. А, нате у меня пуль. Если что, выход. Он скоро. Он меня заметил. Так,
Лучше патроны дали. Что такое? Пытаемся пролезть. А не можем, да? Ой, блядь, там я походу к тебе надо идти. I like the way you die. Они, короче, сгорают, и они быстрее сдыхают. Поэтому лучше их поджигать. Они сдыхают, походу, с одного раза. You cannot prefer me with four machine alone. Так, F6. А для чего я сюда шел? А. Бесит, почему я должен постоянно дверь открывать? We're done when I say we're done. Ну, блядь, каждая хпшка на кону. Каждая. Этих вертолетики пока убьешь. Так, мне по идее нужно с помощью бомбочки, да, это делать. F6. Секретка есть. Да, еще не нашел 5 секреток. Блять, поехали. F6. I never miss. В принципе, давайте, я думаю, мы на той с вами местности закончим, да? Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока!